Сегодня мы находимся в Серпуховском районе, где специалистами нашей организации производится монтаж бетонного завода. Расчетная производительность данного бетонного завода составляет 120-140 метров кубических в час. В комплекте с данным заводом поставлен силос вместимостью 160 тонн. Бункера для инертных, 4 бункера по 30 кубов. Также стоит отметить, что данный завод рассчитан для работы круглый год. Позднее будет смонтирована обшивка бетонного завода, которая позволит работать при отрицательных температурах.